еще видно. Увеличение есть какое, нет? Потом, это же цифровое, это HD качество. Кто у тебя там гадит, видишь? О, блин. Я не гадил. Я затюгивал. Нормально пока, че? Да ку к вам положил. Береги под так молод. Обидает всех. Очень кого вкусный. Может? Очень да. Вкусный бутерброд. Да, да, да. О, и ус свой дергает. Покажи, как ты поймал последнюю щуку. Как-то вот так. Не мой совсем стал. Вот тут мы и наложим то, что с регистратора. Вон тебе стрекозы летают. Летает. День хороший. Но сегодня не так жарко хоть. Мы ведем свой репортаж из какого-то места между Митино и Павловской. На данный момент выловлено 4 хвоста. Третий день. Яркое солнце. Юрюбатская погода. Да, приходится курить табак. Курево от нас себе правит, как можно. Я пытаюсь. Грел чувак. Покажи. Покажи, что поймал. Нормально.
Сашка расстроен. Подожди, красненькая горит. Горит. Красненькая, вот здесь вот. Да. Горит. Да. Бегает тут. Бегает? Да. Красненькая бегает. Да. Бегает. Короче, только что. Я сорвалась щука. Андрюха здесь взял двух щук. Килограммовки. Стабильно, железно. Закидываю по его научению. Но мы не отметили первых двух щук. Наказание какое? Отпускаю около трешки. Сорвалась, спину показала. Как Андрюха хватает. Два нету. Пьем водку, празднуем и не празднуем. Пропоминаем. Павыч наливает, начисляет. Сейчас все будет хорошо. Я рванул по тачкам. Это было там. Место классное. Скажите, Андрей Батильевич, а как рыбалка сегодня? Наголодались, ну, поначалу было неплохо, потом был маленький перекур, потом Санька наупускал кучу щук, потом он исправился, поймал, ты их поставил, упустил, ты поймал, молодец. Ну, дальше будет видно, полпути пройдено. А это кто? Это местный, вот припахал. Какой-то бомжара, да? Да. Ну ладно. Он тоже кушать хочет. Он хочет эту лодку выпить. Черную кот? Сразу выпить или потом? Потом, когда сварится. Он... Это был остров. Остров.
Я кидаю, она такая, буль мимо него. Да, второй раз. Небо один она раз няма-няма-няма его. Без фильтра будет все, без фильтра. Давай вернемся. А там больше нету. А кто знает? А кто знает? Я. Такой там больше нет. Андрюха спасает моего воблера. Только что был пойман хариус около полукилограмма. Ты своего хариуса, воблера не потеряй, Андрей! Возьми, отломи! Ветку подломи! Отломи ее! Ага! Геракла нашел, да? Андрей, положи его на берег, на берег! Поставь просто и все. Ты ветку-то отпусти. Ты сейчас запутаешь еще больше. После бани.